Этой весной местными путями сообщения занялись на федеральном уровне. В Ульяновске реализуется национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как только сошел снег, дорожники приступили к работе. Сегодня губернатор Сергей Морозов решил проверить, как продвигаются дела на объектах. Первым делом он осмотрел участок дороги на пересечении улиц Ефремова и Шигаева в Засвияжском районе. Рабочие демонтируют старые бордюры и готовят место для нового заездного кармана. Пока что все идет благополучно и без задержек, но главу региона волнует вопрос прилегающих территорий. Что параллельно здесь будет приведено в порядок? С точки зрения тротуаров, с точки зрения озеленения, с точки зрения приведения дворов в порядок. Вот что будет? Сергей Иванович, тротуары мы здесь сделаем на максимальную ширину 3,75, потом можно будет и велополосу здесь запустить. То есть сколько проекта максимально возможно было, тротуары сделаем. Далее делегация отправилась на улицу Октябрьская, где приводится в порядок пешеходный переход. Новая разметка почти готова. Дело в том, что цель нацпроекта не только реставрация дорожного полотна, но и обеспечение безопасности на дорогах. В регионе существует 33 аварийно опасных участка. До 2024 года их количество должно сократиться вдвое. В этом году на дорожный комфорт выделено 850 миллионов рублей. В течение 5 лет до 2024 года в 3,5 раза должны сократить смертность на наших автомобильных дорогах. Основное внимание при реализации данной программы уделяется проведению инженерных мероприятий на автомобильных дорогах. 66 участков дорог будут отремонтированы и благоустроены. На все работы выделено 2 миллиарда 400 миллионов рублей. Мосты и виадуки тоже не обделят вниманием. Их уже начали детально обследовать. Виктория Чиркова, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды.